Привет-привет, друзья! Вы на канале Китасити, с вами я, его ведущий Владимир. На обзоре у нас с вами будет вот такой вот пакет. Я его вытащил с посылки. В этом пакете джинсы. Джинсы эти пришли с торговой площадки AliExpress. И это не просто джинсы, это джинсы, которые стоят очень дешево. Они стоят около 10 долларов. И покупал я эти джинсы лишь бы для того, чтобы проверить, как же они там будут сидеть на мне. Качество пошива, качество материала и вообще, что эти джинсы могут собой представлять за 10 долларов. Так, ну давайте теперь посмотрим, что же они собой представляют. Если эти джинсы не подойдут или же еще что-то, то не нужно будет придираться, потому что я просто сейчас пытаюсь понять, как лучше и качественнее всего покупать одежду на AliExpress, так как там реально бывают очень хорошие товары. Вот, ориентировался я по отзывам клиентов, которые покупали эти джинсы, и многие очень довольны и говорят, что за такие деньги это чуть ли не пуля. Ну, давайте теперь сейчас посмотрим, что же тут у нас за джинсы такие. Значит, джинсы эти 38 размера. Это не наши, не европейские размеры, это какие-то там свои китайские размеры. Ориентироваться по размерам нужно по размерной сетке. То есть не так, как мы привыкли, там 48, 56, там 45. Нет, это совершенно не так. Нужно себя померить. Все свои размеры, талии, там бедра, все такое, вот длину ноги. Это все учитывается, и там есть таблица, и по таблице нужно покупать. Значит, на ощупь ткань такая приятная. Но чувствуется, что, скорее всего, это не хлопок. Хотя, блин, фиг его знает, что это может быть. Давайте тут посмотрим, может, тут что-то написано. Но, к сожалению, тут по-русски или по-английски ничего не написано. Только написано, что стирать при температуре 30 градусов. Но на 56,4% эти джинсы стоят из чего-то, на 43,6% из чего-то другого. Ну, скорее всего, почти напополам тут хлопок. Но чувствуется, что как бы вроде хлопок, но в то же время и не хлопок. Так, давайте растянем эти джинсы, разложим. Да, я мальчик не маленький, поэтому джинсы такие вот тоже, как бы сказать, не маленькие. Вот, джинсы такие ярко-синего цвета. Ну, не то, что ярко-синего цвета, а вот выражено такой темно-синий цвет. И структура так вот как бы джинсовая, да, классно. Они не тянутся. Швы тут, желтые швы, прошито хорошо. Прошито качественно, даже вот внутри, давайте посмотрим. Вот, внутри тоже довольно-таки все хорошо. Тут торчит какая-то ниточка. Это заводская. Так, давайте еще раз посмотрим качество швов. Вот тут между ног. Сшито все хорошо. Джинсы эти не какие-то там не моднявые. Это простенькие, самые простяцкие джинсы. Никакого тут супер дизайна нету. Значит, тут у нас молния. Да, обычная молния и такая металлическая пуговица. Не пуговица, а такая кнопка, что ли. Так. Внутри. Давайте заглянем, что тут у нас внутри. Внутри у нас, тут карманчики сшиты с вот такой вот ткани. На удивление, ткань хорошая. Карманы, смотрите, карманы должны быть глубокие. Давайте попробуем карманчик, глубину. Да, карманы именно вот хорошие. Карманы, что нужно. Так, сзади у нас имеется вот такая вот джинсовая, вернее кожаная, из кожзама даже, из кожзама вставочка, на которой нарисована швейная машинка. Да, наверное, продавца можно попросить, они тут логотипы будут ваши набивать, и тем самым как бы для продажи в нашей стране. Так, в принципе, все. Вот внутри, смотрите, тоже вот качество швов хорошее. Блин, для своих денег эти джинсы стоят реально недорого и выглядят довольно-таки круто. Впереди тут еще есть какие-то полосы, как будто бы эти джинсы, они такие как бы крутые, деловые, они там ношеные или еще что-то. Но это не ношеные джинсы, это совершенно новые джинсы. Вот это всего лишь декорация. Так, друзья. Я сейчас одену эти джинсы и пойду пройдусь в них. И вы посмотрите, как же эти джинсы смотрятся со стороны. Реально таких цен на джинсы нигде не найдешь.
Даже если это джинсы такие не очень хорошего качества, то ну, цена на них вообще ну, копеечная. Но с виду джинсы мне нравятся, очень прикольные. Как я сказал, я уже сейчас их одену, пройдусь, и вы посмотрите на меня со всех сторон. Пойдут эти джинсы или не пойдут, там уже будет видно. Ну что, друзья, вот такие вот джинсы мы сегодня с вами распаковали, сделали обзор. Я их одел, мне не понравились, мне в них удобно. Они как раз мой размер так, как нужно. Ориентировался я под размерные сетки. И в принципе, за такие деньги эти джинсы пойдут. Я бы не скажу, что это прям вау джинсы, но они довольно-таки неплохие, легенькие, тоненькие, для лета самый раз. Ссылку на магазин продавца, где я купил эти джинсы, я оставлю в описании под видео. Кому интересно, переходите, смотрите, изучайте. Также я оставлю еще ссылочки на другие джинсы, которые еще покруче, конечно же. И подешевле даже, кстати, есть джинсы. На все это я оставлю ссылки в описании. Каждый найдет для себя то, что ему больше всего подходит. Ну а мы с вами будем прощаться на этом, друзья. Всем, кому это видео было интересно, понравилось или было чем-то полезным, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами был ведущий Владимир. До новых встреч. Пока-пока.